Шановні друзі, а зараз обіцяний музичний подарунок для всіх наших глядачів, який ми чекали із самісінького ранку. Миколаївський музичний гурт із суворою назвою «Азбест» у нашій студії. Давайте знайомитися. І зараз спробую представити усіх учасників цього гурту. Давайте. Олександр Білоус, Іван Снопков, Дмитро Ільницький, Тарас Чебан і Віктор Курмаєв. Не переплутала? Ні, все нормально. Доброго ранку. Дякую, що ви завітали. Музичне привітання «Доброго ранку» є у вас? Ну, допоки ми не зробили ще, але, мабуть, наступного разу ми зробимо. У нас є тільки одна пісня на сьогодні, і вона прозвучить у нас вже в завершеній передачі. Дякую. Давайте тоді познайомимося більше з, я так розумію, не дуже довгою, але все ж таки історією гурту. Історія гурту не один день і навіть не один рік, але у нас мінялися состави, тому у цьому составі, який перед вами зараз, ми сформувались досить недавно і, мабуть, можна порахувати місяці на пальцях однієї руки, але вже ми творчі, є наснага, ми працюємо. Творча одиниця. Творча одиниця вже зібрана, так. За якими принципами збиралася ось ця творча одиниця? Які якості чи, можливо, музичні здібності, прагнення чи життєві погляди? Ну, ви знаєте, в першу чергу, мабуть, це кружок по музикальним інтересам. Тобто, кожен чоловік займається, своїм определеним ділом. Ну, любимо музику, любимо поіграти. Поэтому как бы в течение времени сформировались, начали немножко писать, начали немножко делать, и вот имеем то, что сегодня имеем. То есть в жизни у каждого из вас есть еще інша якась справа? Конечно, конечно. У всех, при том у всех разнообразные очень. А можно дізнатися? Ну, я, например, военнослужащий в музыкально-духовом оркестре Национальной гвардии служу. Я что-то так и подумал. По осанке. По осанке, да. Я в кооперации работаю, ребята работают, кто на заводе, кто техник. То есть это просто в душе, и поэтому нас это объединяет. Любовь к музыке большая, особенно к року, альтернативному року. То есть это наше направление основные. Мы делаем и акустические версии, делаем версии потяжелее, выступаем на фестивалях, когда приглашают, конечно. Но уже опыт есть. Так, так вы сами напрошуетесь. Ну, теперь будем уже, конечно. Вот к вам напросили сегодня. Доброе утро. Ну, бачите, довольно успешно. Така сувора чоловіча, робітнича, я б сказала, назва. Що це за назва, як вона народилася і як вона отримує ось такий творчий колектив? Ви знаєте, діло в тому, що азбестос з грецького язика – це неділимий, крепкий, єдинственний. Тобто, как бы, і в основу лягла мисль о том, что это что-то фундаментальное, крепкое, нераздельное. А дело в том, что сначала, когда мы, ну, пришло название, у нас был немножко другой состав. И у нас как бы в основном были музыканты, театральные работники, кооперативные служащие, как я. Потом состав поменялся, и к нам сейчас пришло 3 человека, ну, которые, по большому счету, работают на заводах, работают техниками, и азбест уже как бы соответствует и нашей профессиональной деятельности, точнее, тех ребят, которые с нами. Тобто спочатку было слово, да. И слово было азбест. Да, и оно стало пророческим в каком-то смысле. И музыка у вас відповідає назве? Ну, можно так сказать. Такая міцна и потужна. Есть и міцна. У нас, в принципе, разнообразный сейчас подбор песен. И особенно хотелось бы уделить внимание, мы сейчас работаем с поэтессой нашей местной. Об этом Саша, может быть, поподробнее расскажет. Есть николаевская поэтесса, очень такая серьезная, Людмила Хасхачек. И мы недавно занимались проектом, мы сделали на ее стихи альбом записали. Сегодня мы вот сыграем песню, это будет песня из ее альбома. То есть на ее стихи мы придумали музыку и сделали такой проект. Может быть, срастутся, так сказать, сойдутся звезды, и в ближайшее время будет презентация по этому альбому. Ну, посмотрим. Творческий вечер, хотя бы что-нибудь в таком. А у нас есть фрагмент выступа на одном из фестивалей музычных, так? Что это была за акция, и что вы там представляли? И мы потом подивимся цей фрагмент выступа. Ну, это вечер, который организовывает Евгений Долгов, николаевский известный композитор, песни старого эхт-клуба. В принципе, суть фестиваля – это мероприятие, как бы посвящается Дню города, Дню области, собираются очень разнообразные коллективы, абсолютно разнообразных творческих течений. Просто кто-то вспоминает свою молодость, кто-то играет музыку танцевальную времен 80-х, 90-х годов, кто-то представляет свое новое творчество. Ну и нас Евгений Довгов, Евгений Леонидович нас заметил, мы когда-то играли на 75-летие кооперации, на кооперации области,
играли в театре Чкалова. Он нас там заметил, пригласил. Ну, как-то вот так вот мы туда попали. Мы ежегодно принимаем участие уже на протяжении 3 лет. И думаю, нас будут приглашать и впредь. А мы дивимося фрагмент цього виступу. Давайте. Довольно серьезная тема, серьезная песня. Да, интересные слова, и сегодня будет возможность спеть ее в акустической форме, потому что это более тяжелый как бы, формат. А теперь мы сделали под состав под джимбей, чтобы вот было еще поинтереснее. Под несколько гитар уже будет вам послушать, что как говорится. А яка мета вашей творчести? Ну, вы знаете, как бы изначально это было просто хобби. То есть изначально мы играли, нам нравилось, мы занимались. Но сейчас уже в процессе формирования нашего состава сегодняшнего есть, конечно, идеи. Есть идеи донести людям что-то вот не просто, знаете, музыка как развлечение, а музыка для души и от души. То есть музыка, которая заставляет людей задуматься о чем-то. То есть серьезность текстов в таком формате. То есть то, что слушаем мы сейчас, часто нам просто не нравится, непонятно. И бум-бум, это не для нас немножко. Мы любим и чтобы музыка звучала, и чтобы слова доносили какую-то информацию. Вот бум-бум, это и не для нас тоже. Прекрасно. Вы солидарны. Да. Какие приоритеты у вас в музычном плане? От крім бум-бум, це мы уже відкинули, зрозуміли. Щоб слова были зі змістом, а до музыки какие вимоги? В принципе... Щоб подобалося. Вы знаете, чтобы нравилось и немножко цепляло так вот. Чтобы до души было. Конечно. Да, ну вот в рок вплетаем трубу, поскольку, ну, есть вариант, почему бы нет. Попробуем где-то... Экспериментируем, да. То есть, в принципе, так, что мы ни на чем-то одном не циклимся, скажем так. У нас ранковий час. Для когось це час нових кроків, нових звершень, планів, а комусь дуже складно вранці вставати. Музиканти відносяться, мабуть, до другої частини. Чи ні? Як у вас складається ранок і чи є він музичний? Ну, ви знаєте, ісходя з того, що у нас как бы, є у всіх професії определені, то в будь-якому випадку, якщо ми стоїмо рано утром і йдемо на роботу. Ну, а вже по возможності, коли якась минутка перепадет, наприклад, я встал, а гітара, треба чуть-чуть поіграти, і потім на роботу зі спокійною душою. По дорогі на роботу можна разве що послухати музику. Я просто уявляю, як ваша родина під горн. Ні, ще поки ні. Построїлися. Пока нет. Все, у нас нет. Пока протекает, как положено. У меня есть маленький ребенок, поэтому я его не буду. Он меня будет пока. Так что труба не задействована. Угу. Ваша родина якось залучается до ваших музичних експериментів? Родини ваші? Ну, чи тільки як слухачі на концертах? Ну, ви знаєте, моя жена була раніше бас-гітаристом цієї групи. Да. Тепер вона в декретному відпустці, і ми вже її замінили. Ось чому склад помінявся. Залучалася вона ісключительно, в принципі. Поэтому я думаю, що залучається кожен по-своєму. Да, наші сім'ї просто нас вдохновляють. Поддерживають. Так сказати, ведуть нас к новим свершенням. Поэтому хочеться, так сказати, пользуясь случаем, передати привіт всім нашим близьким родам, да. Дітям, родителям. Всі присоединяються. Чи є у вас улюблені ранкові мелодії? Я люблю послухати джаз утра, допустимо. Він вдохновляє на роботу, але сильно так не стимулює прямо її сильно багато робити. Ну і немножко лінівого музиканта то, що нам. Да, ну і немножко року, щоб, так сказати, збодритися. А чи має право справжній музикант бути лінивим? Ні, звісно, то ми шутимо просто. Скільки часу у вас займають репетиції? І чи задоволені ви кінцевим результатом?
Репетиций сейчас стало немного поменьше, чем было раньше. Но, в принципе, мы собираемся стабильно несколько раз в неделю, и вечер может полностью быть занят. То есть от 6, например, а то и бывает немножко раньше, до 9 вечера, в принципе. Порой до 10, если, например, готовимся к какому-то мероприятию. Часа мы посвящаем. А перед первым мероприятием мы можем еще добавить лишнюю репетицию, ну, допустим. То есть будет уже 3 в неделю. И, в принципе, достаточно довольны, смотря... Пусть довольны будут те, кто нас слушает. Мы с собой довольны, в принципе. А родины как, отпускают вас? Ну, в основном, да. Складно вырваться и найти час для улюбленной справы? Становится, да. Когда появляется семья, конечно, становится тяжелее. И плюс, вы знаете, сейчас же такое время тяжелое в стране. И иногда приходится все-таки думать о том, чтобы заработать деньги. То есть работа, заботы. И иногда бывает сложновато найти время, чтобы полностью всецело отдаться музыке. Но... приходится выкраивать время. Все-таки для души тоже надо заниматься хорошими делами. Чи є у вашого гурту вже свій фан-клуб, свої шанувальники? Ну, только на уровне близких друзей, пока есть. В принципе, да. А чого ви чекаєте від свого глядача і свого слухача? І яким ви бачите його? Та человек может быть любым. В принципе, я думаю, что глупый не будет слушать нашу музыку, а остальное... В принципе, нам неинтересно. Чем больше, тем лучше. И вы знаете, как пример, вот у нас был замечательный слушатель, который Тарас, который в итоге стал нашим басистом. Так что у всех свой путь развития, так сказать. Да, из фанов перешел в исполнители, да. То есть фан-клуб все же таки есть? Небольшой, конечно. Ну, у всех есть, как говорится, люди любопытные, которые слушают, приходят в гости к нам. И им нравится, потом они приходят снова, приводят друзей своих. Ну, просто студия не безразмерная, поэтому мы много принять не можем. А где вас можно послушать? Ну, в данный момент мы нигде не выступаем, к сожалению. Может быть, со временем что-нибудь будет. Ну, зараз новорічний час, можливо, десь буде. Ну, сейчас у нас новогодние праздники больше связаны с коммерческими корпоративами, так сказать, поиграть немножко, заработать. Поэтому каких-то массовых концертов нет. В основном, постоянно, мы уже говорили об этом, мы постоянно выступаем на фестивале песни старого яхт-клуба. Там мы всегда, ну, а дальше уже... Просто, опять-таки, у нас же состав сформировался буквально чуть больше полугода, и какие-то сейчас у нас новые идеи, какое-то новое творчество немножко. И уже со временем, может быть, будем выступать более чаще, как бы на определенных мероприятиях, на определенных фестивалях, может быть, в каких-то клубах, но это со временем. А у вас есть возможность звернутися до ваших потенційних шанувальників і подарувати їм музичний дарунок. Отже, ваші побажання і музика. Ви знаєте, хочеться пожелати, щоб в таке непросте час, як сьогодні, люди все-таки оставались людьми, завжди підтримували друг друга. Что касается творчества, чтобы люди немножко больше все-таки слушали настоящую музыку, которая вот для души идет, от души, а не только развлекательную. Ну, а пожелать всем хочется, конечно, мирного неба, Божьей благодати, будьте счастливы и благословены. И наша композиция на слова Людмилы Хасхачих – молитва. Как говорится, утро всегда должно начинаться с молитвы, я думаю, это правильно. Где взять мне сил, милый мой? О, дай мне силы. Водою свежею умой, водою синей. Пусть тонкий серпик лунный свет в воде трепещет, и слово светлое во след меня утешит. Тайною творю молитву эту, молю и правду говорю. Тайною творю молитву эту, правду говорю, как все поэты. Пусть теплота твоей руки сквозь холод влаги
как смысл написанной строки с листа бумаги. Найдет меня, войдет в меня, помимо воли. И непонятная вина, осколок воли растает. Тайною творю молитву эту. Молю и правду говорю. Тайною творю молитву эту. Творю и правду говорю, как все поэты. Спасибо за внимание. Надеюсь, круто. Что до новых встреч. Мы будем работать над репертуаром и подарим еще не раз вам новые свои работы. Дякуємо, будемо сподіватися на це. Я сподіваюся, друзі, що ви відчули не тільки ось дух цієї пісні, а і почули ритм сердець наших музикантів, їх захопленість своєю музикою, своєю улюбленою справою. Дякую вам. Дякую. Успіхів, творчих надбань. І чекаємо наступних ваших музичних композицій. Дякую. Дякую.